Итак, всем привет, дорогие любители танков. Сейчас я покажу вам реплей боя на французском танке 9 уровня MX50-120. Честно говоря, реплей получился, прямо скажем, любопытным. Поставлю вид от водителя. Карта Хмельсдорф. Мы отправляемся наверх в гору. У меня по-прежнему стоковый двигатель, потому что я еще не так много боев все-таки на нем накатал. Еду в гору. Вообще, по ощущениям, конечно, медленно. Ну, то есть, если по прямой он еще более-менее как-то едет на свои 850 кобыл, то в гору прямо смотришь на вафлю и, можно сказать, что завидуешь. Вафля едет почти так же шустро. Но не суть. Не суть. У нас есть Маус. На самом деле Маус здесь одна из немногих карт, где он чувствует себя вполне себе уверенно. И здесь он отработает на все свои 100 просто бусиных процентов. А мы между тем продолжаем подниматься на гору. Как видите, у нас народ разбился на две части. Одна пошла на железку, и это правильно. Маус пошел, куда его положено, в банан. А кто полегче, Вафля и я поперлись на горку. Вообще, я сторонник все-таки на MX50-120, да и вообще на барабанах ездить, как ездят средние танки, ну или в крайнем случае как ПТ работать. Ну как ПТ мне не очень нравится, а как СТ очень даже ничего. Вот и первый клиент сходу Вертухана получает 335, правда очень мало, но в любом случае это лучше, чем ничего. А мы продолжаем. Вообще, в идеале, конечно, было бы неплохо его добрать, но видим тут 50Б. И он у нас получает раз 50Б. Два 50Б получает. И не получает ничего 50Б, потому что нам помешали, да мы и зрители, на самом деле. Получает хэвик. Мы обменялись с хэвиком, он выбивает мне командира. Ну да, это случается, конечно, на французах просто с завидной регулярностью, потому что тут экипаж понатыкан, видимо, просто вообще в любом месте танка. Я думаю, что надо сделать паузу, подождать, пока мы зарядимся, объехать с нижней части горы. Там мы видим нашего хэвика и 54, который достаточно давно там болтается и, в принципе, заслуживает того, чтобы ее разобрали. Вот мы зарядились. Подъезжаем. И входимся. И аккуратненько забираем 54. Не спеша, наверняка вообще патроны экономить. Это, конечно, привычка барабанов. Выезжаем на хэвика. Разряжаем раз. Два рикошет. Не попадаем, отходим назад. Сразу видим, что 50Б намылился нам носовать что-нибудь неприятного. Он видит, что у нас барабан-то разряжен. Пропускаем 121, чтобы он нас прикрыл. Все равно получаем, ломают нам башню. Ну, я, конечно, понимаю, что 30 секунд без башни это вообще не вариант. Я ее чиню. И здесь я решаю обратить свое внимание, куда этот акларын стреляет так красиво. Я обнаруживаю там Фоша 155, думаю, чего бы и нет. Ну-ка, заберем Фоша. Забираем Фоша. И назад, откатываемся. Видим там вафлю. И нет, снаряд уходит вниз. И вафля прячется от нас. И видим, у нас два снаряда хэвика 50Б. Два снаряда, два ваншота. Что же делать? Конечно, надо ехать. Рёд, давай смелее, 50-120, выезжаем, видим хэвика, хэвик разряжается по нам, тац, нет хэвика, 50Б тоже, тац, нету 50Б, мы поймали две плюшки, повредили нам БК, но мы завалили обоих красавчиков, это четвертый фраг, 2797 дамаги. На самом деле вот этот гражданин на недовафле внизу, он на самом деле краб, потому что он давно бы уже мог нас снять оттуда снизу.
потому что мы светились просто фантастически. А больше пострелять, я не знаю, кто там, Лорейна что ли стреляет, загадка. Тут у нас наверху остается 54, внизу 7, 8, настоящие вафли и маленький 71 где-то там тоже. Тут начинается погоня за 54-кой. И я подумываю, а не скатиться ли мне туда тоже, а потом понимаю, что при ломаном БК особо там ловить, в принципе, внизу, наверное, нечего. Поэтому я так подумываю, посматриваю, ничего интересного не обнаружу и решаю развернуться и поехать обратно. Это отличное решение, поверьте мне. Самое правильное решение. Я к тому же вижу, что семера очень элегантно стоит анальным отверстием в нашу сторону. И вполне себе можно ей делать а-та-та. Не до вафли не вижу. Большую вафлю вижу. Не до вафля. Эть! Нет, не попадаю. Она тоже по нам не попадает. Да, нет. Она от нас прячется. Ну и ладно. Еще два снаряда перед тем, как уйти на 60-секундную перезарядку. Я вижу семеру. Т-71 меня тоже видит. Ну, у меня-то... Ой-ой-ой, остается 17 хп. Опасная ситуация. Я поворачиваю свою шайбочку. Вижу, что не достаю до семеры. Чуть-чуть вниз. Раз! Два! Взрыв БК 71 рикошетит по нашей замечательной башне. Отхожу назад. Прячусь. 66 секунд перезаряда. Ну, естественно, да. Да, они успеют это сделать. Мы имеем 6 фрагов. Знак классности мастер. Воин. Основной калибр и счастливчик. Нет, вру, калибра не было, но счастливчик точно был. 71 мне его сделал. Замечательный бой, очень интересный, побольше бы таких. Всем спасибо, до новых встреч.